Свадьба в Малиновке принесла Владимиру Самойлову всесоюзную славу, признание и миллионы поклонников. На счету артиста более 100 ролей в кино и в два раза больше театральных работ. Народный артист СССР был востребованным актером в любые времена, даже в тяжелые 90-е. Когда кинематограф претерпевал трудности, Самойлов не прекращал актерской деятельности, снимался и выступал на сцене до последнего вздоха. Будущий актер родился в марте 1924 года в Одессе. Школьный аттестат юноша получил в 41-м. В этом же году отправился защищать родину. Пройдя всю войну, вернулся домой живым, но не совсем здоровым. Незадолго до капитуляции гитлеровских войск Самойлов получил тяжелое ранение в ногу. Врачи сказали ему, что в будущем он вряд ли сможет ходить, а позже и вовсе наставили на ампутации. Самойлов, впрочем, ответил на это отказом и в результате оказался прав. Домой он вернулся на двух ногах, правда, хромота впоследствии так никуда и не делась. В родном городе он на тот момент еще никому неизвестный молодой человек познакомился с девушкой Надей, любовью всей его жизни. Она предложила поступать в театральное училище, где училась сама. Тщательно подготовившись, бравый фронтовик отправился сдавать экзамены и поступил, причем сразу на второй курс. Свадьба Надежды и Владимира была бедной, но веселой. Будучи студентами, молодожены уже играли на сцене Одесского русского драматического театра. Надежда Самойлова не просто блистала на этой сцене, она была ведущей актрисой. Именно ее заметило руководство Кемеровского театра драмы и пригласило актрису вместе с супругом в труппу. Молодая семья отправилась в Сибирь. Кемерова пара прожила около 7 лет. Там же у Самойловых родился их единственный ребенок, сын Александр, который в будущем станет заслуженным артистом России. Вскоре семья перебралась в Москву. Самойловы стали частью театра имени Маяковского. Владимир активно снимался, получая славу, признание и новые роли. Его супруга не сумела построить такой же блестящей карьеры в качестве актрисы, однако стала настоящей опорой любимому мужу, поддерживая его во всех начинаниях. Ближе к 90-м здоровье Надежды Самойловой начало стремительно ухудшаться. Этому предшествовал страшный удар, который тогда пришлось перенести женщине. Однажды Самойловой сообщили, что ее сын-студент погиб, выпав из окна. В реальности, к счастью, все было не так ужасно. Юноша просто отделался переломами. Однако мать, до которой жуткая весть дошла, когда она была на гастролях, об этом некоторое время не знала. Женщина тут же рванула в другой город, чтобы увидеть ребенка. Позже у Надежды обнаружили опухоль мозга. Владимир Яковлевич делал все возможное, чтобы супруга выздоровела. После успешно проведенной операции врачи не исключили, что женщину ожидает постепенная потеря памяти, а затем и рассудка. Главный режиссер театра отправил актрису на пенсию, хотя здоровье ей пока позволяло выходить на сцену. Владимир Самойлов решил вступиться за любимую женщину, понимая, насколько ей сейчас необходимо оставаться нужной, пусть и на вторых ролях. Но режиссер Андрей Гончаров был непреклонен. Тогда Самойлов в тот же день подал заявление на увольнение, навсегда распрощавшись с театром, которому посвятил долгие годы своей жизни. Артист брался за любую работу, одновременно ухаживая за женой. От отчаяния его спас главный режиссер театра имени Гоголя, пригласив свою труппу. Появились новые силы творить, а вот любимая женщина уже не могла в полной мере воспринимать действительность. В силу своей болезни Надежда не поняла, что ее любимый супруг и сам уже давно испытывает проблемы со здоровьем. В начале сентября 1999 года актера забрала скорая помощь прямо из театра. Из больницы он уже не вышел. На 76-м году инсульт прервал жизнь Владимира Самойлова. Его любимая Наденька в результате болезни даже не поняла, что мужа не стало. Она пережила его всего на 2 месяца. Похоронили супругов, отдавших друг другу около полувека, вместе на Ваганьковском кладбище. Их сын Александр Самойлов стал успешным актером. На его счету около 40 ролей в кино, но сам себя он считал больше театральным артистом. Более четверти века он посвятил МХАТу имени Горького и играл в нем ведущие роли. Мужчина трижды был женат. От первых двух браков у актера есть сын Александр и дочери Светлана и Надежда, которая, к сожалению, умерла в детстве. Третья жена Ирина подарила Александру Владимировичу 3 сыновей. Володю, Костю и Аркашу. Все дети пошли по стопам знаменитого деда и отца.
К сожалению, 9 декабря 2020 года, после продолжительной болезни, Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище рядом со своими родителями. Вечная светлая память.